Слава строителя досталась Ван Хорну, но вкалывали, разумеется, совсем другие люди. Так участки Великих озер и в прериях прокладывали иммигранты из Восточной Европы, а также немцы и ирландцы. А самые трудные отрезки через скалистые горы выпали на долю китайских рабочих. Сегодня мы находимся в центре Торонто, в галерее 345, где проходит концерт ансамбля солистов «Брависсими», исполняющих классическую музыку в стиле модерн.